Хлопок оказался такой силой, что выбило окна и двери не только в квартире, где находился баллон, но и у соседей. Испуганные жильцы выбежали на улицу. Перед подъездом они увидели мужчину, который был полностью объят огнем. Вот мы сидели на кухне, слышим, знаете, очень сильный взрыв. Мы тебе так переглянулись, а что это такое? Выбежали в коридор, там кричат, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я спускаюсь. Даниюша, вот эта сама хозяйка бегает, бедная вся, это... Ожоги? С ожогами, с ожогами. Она бедная, одна бегает, выбежал на улицу, там хозяин, тоже весь в ожогах. Он горел сам, да, спина горела у него. Он лег на снег, и вот мужчина тут, это... Рядышком были, его тушили все. Соседи помогли потушить одежду на мужчине, после чего передали его в руки медиков. Также в помощи врачей нуждались супруга, хозяина квартиры и 5-летняя внучка. Говорят, тут внучка тоже обгорела маленько. Вроде в больницу ее тоже увезли. И жену тоже увезли. И жену, наверное, тоже увезли, потому что они все уж пострадали. По словам врачей, пострадавшие буквально в рубашке родились, хотя они получили различные ожоги, но медики говорят, что травмы не представляют угрозы для жизни людей. Тем не менее, пожилого человека, его супругу и 5-летнюю внучку увезли в РКБ. Большого пожара удалось предотвратить из-за расторопности соседей. До приезда сотрудников МЧС очевидцы сбили пламя. Кричу, пожалуйста, помогите тушить пожар. Там, говорю, огонь. Пожарную вызывайте, скорую вызывайте. Слава богу, были ребята на улице. Соседи наши с первого этажа, спасибо им. Вот они все прибежали, и мы потушили пожар. По предварительным данным, в этот день пожилой хозяин принес в квартиру 5-литровый газовый баллон. Для чего он ему понадобился, еще предстоит выяснить, ведь в доме есть центральное газоснабжение. Спустя несколько минут после того, как мужчина поставил баллон в ванную комнату, и произошел мощный хлопок. Что именно произошло с опасной емкостью, еще предстоит установить экспертам. 25 лет в эфире. С вами и для вас.